как идея пришла приехать в Донецк, все-таки воюющая республика? А, вообще это получилось чисто случайно, потому что я часто видела ролики про Донбасс, и как-то меня это очень пугало. Я подумала, ну, а как там дети, как школы работают, и я ведь тоже хожу в школу. И поэтому решила сюда поехать, поддержать как-то детей, отвлечь их от войны. Я думаю, это очень важно. Что ты ожидала увидеть, и оправдались ли твои ожидания? Вы знаете, когда я въехала на границу, я увидела перевернутые обгорелые танки, и, конечно, мне стало страшно. И когда мы ехали сюда, было страшновато. Но сейчас, когда вот я заезжаю в школу и слышу, как смеются дети, такое ощущение, как будто войны особо нет. Не знаю, в городе все нормально, гуляют дети, мамы с колясками, то есть как-то все нормально. Ты занимаешься общественной работой в Москве в том числе. Вот местные дети, они, ты заметила, чем-то отличаются от московских, например? Вы знаете, московские дети, они немного избалованные, то есть им хочется чего-то большего. А тут я всего лишь приехала, провела турнирчик, и они уже очень счастливы. А в Москве, ну так, немножко пафос небольшой есть, а тут дети более проще. Где уже удалось побывать здесь? А, здесь мы были в Донецке, в Торезе, в школах были в трех. Сейчас еще у нас какие-то планы, пока не знаю, куда едем. Ну, нам очень понравилось. То есть, ну, действительно, есть, конечно, дискомфорт от нахождения военных, от вот этой всей обстановки, но мы и хотели нашей поездкой разрядить обстановку, привести в Донецк элемент праздника, элемент спорта. Ну вот, я надеюсь, оно получилось. Почему для дочки выбрали такой вид спорта, вроде бы не женский? Я не выбирал, скорее, она посмотрела, и ей очень понравилось. То есть я занимался этим в юности, она посмотрела, она присутствовала, она видела, как выступаю я, мои друзья. И как-то оно пошло, я стал ей активно помогать, и как-то вот это все выросло в то, что выросло. Что больше всего запомнилось за эту поездку? Наверное, все-таки дети. Мне понравилось, как они меня встречают. Видела их улыбки, они со мной фотографировались, брали автографы. Это очень замечательно. Я думаю, у нас получилось их немножко отвлечь от войны. Они тоже, многие уже занялись спортом, и благодаря моему примеру пишут в социальных сетях, и это очень здорово.